Какой школа станет завтра? Новые тенденции обсудили руководители почти 100 городских систем образования в рамках проекта «Взаимообучение городов». Это новая форма сотрудничества российских педагогов. Участники пресс-конференции рассказали о механизмах и ближайших планах реализации взаимообучения. Закрытых уроков нет. Все тайное стало явным. Ученики, я бы сказал, бесстрашны. Действия родителей прозрачны. У доски стоять, похоже, ученикам не придется. Процесс в прежнем нашем понимании уходит в прошлое. И это еще не все новшества, которые ожидают нас. Готовы ли учителя и другие участники образовательного процесса к такому формату? Новый учебный год, конечно же, должен принести в себе некоторые изменения. В частности, не только изменения материально-технической базы школ, составляющей школ, для того, чтобы были различные гаджеты, планшеты, ноутбуки, но мы должны понимать, что должна поменяться и психология самих педагогов, учителей, которые должны настроиться в том числе и на удаленную работу, на дистанционное образование. Притом образование не должно заключаться только в рамках процесса обучения, оно должно быть направлено и на воспитательную среду. А учителя должны пройти качественную переподготовку. Она заключается в том числе умение использовать технические средства обучения и интернет-ресурсы. Это, я думаю, дело будущего, это государственная задача, безусловно, для того, чтобы наши учителя действительно были высококвалифицированными и эффективными в формате дистанционного образования. К всероссийскому проекту взаимообучения городов Чебоксары присоединились 3 года назад для изучения эффективных управленческих и педагогических практик. Опытом делятся посредством вебинаров, селекторов и других доступных форм взаимодействия. Сегодня в повестке дня вопрос, как обучить учителей не бояться нововведений, как сделать так, чтобы ученики, педагоги и родители стали одним целым. В этот раз в дискуссии участвовали 17 руководителей муниципальных органов управления образования. Так может ли быть обучение дистанционным? Мнения участников в этом вопросе разделились. Невозможно сформировать и чувство коллективизма, невозможно сформировать команды, ту, к которой мы привыкли. Мы хотим видеть в своих классах руководителей. Этого хотят и родители, как верно Исаак Иосифович отметил. Мы хотим мощных встреч, мы хотим классных часов, мы хотим экскурсий. И никто не отменил задачу учителей сеять разумное, доброе, вечное. В качестве личного опыта Чебоксары презентовали дистанционный образовательный проект «Марафон открытых эфиров». На следующей неделе мы запускаем классный час онлайн, родительский час онлайн. Также будут проводиться научно-практические конференции в электронном формате. Все это сделано для того, чтобы вся воспитательная среда не пропала в условиях дистанционного формата, а была востребована, использовалась. И наши школьники, конечно же, чувствовали, что они хоть и не находятся в стенах школы, но все же они находятся за партами. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Валерий Резюков. Республика.